Подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер, Агданском, Физули-Джибраильском направлениях и в направлении горы Муравдак, сообщает Минобороны Азербайджана. Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая его большое количество маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты. На всей протяженности фронта идут ожесточенные бои,